Все-все. Завтра работа. Иди. То есть как? Так. Я привыкла спать одна. У меня своя система. Ну, перестань. Иди, Саш. Ты получил, что хотел, я тоже. Первый раз встречаю МНСП в чистом виде. Не знал, что это так занятно. Михаил, ты ничуть не лучше, чем я. Если разобраться, даже хуже. Я свободна, а ты вернешься к жене и будешь ей врать. Ну и наслаждайся своей свободой. Только на прощание хочу пополнить твой научный багаж. Я тут недавно был на ипподроме. Ты пополняешь свой научный багаж на ипподроме? Научный багаж можно пополнять в любом месте. Так вот, там мне попался в руки журнал коневодства. И я прочитал любопытную статью. Ты, кстати, обратил внимание, что мужья и жены, как правило, похожи друг на друга? Ну и что? А то, что в Англии однажды решили вывести новую породу лошадей и решили скрестить английских кобыл с африканскими зебрами-жеребцами. Ну, из эксперимента, естественно, ничего не вышло. Родились какие-то ублюдки, дело забросили. Потом эти кобылы уже рожали от английских жеребцов. Так вот, представь себе всеобщее удивление, когда на жеребятах английской породы явно проступили зебриные полосы. Оказалось, что такое тесное общение для женского организма не проходит бесследно. Он перестраивается под мужской. Вот именно поэтому жены, как правило, похожи на мужей. Так что пусть на какую-то крохотную долю ты уже я. Вот вся эмансипация. Понятно? Пошел вон. Я-то пойду. Но это точно установленный наукой факт. Спокойной ночи.